«Блокчейн-опрос». Исследовательская компания, специализирующаяся на исследованиях в области здравоохранения и общественного мнения Black Book Market Research, провела опрос о блокчейне в здравоохранении. Результаты опроса появились после того, как компания опросила 88 медицинских страховых компаний и 276 IT-специалистов этой области. Результат показывает, что 90% людей, работающих в этой области, считают, что технология блокчейн решит такие проблемы, как ведение записей, конфиденциальность пациентов и сеть в этом секторе.